Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я приехал в лес. Такие молоденькие сосенки растут у нас недалеко от нашего села Терлян. Хочу посмотреть рыжики. Погодка вот несколько дней стоит теплая. В том году их столько здесь было. Ну, как сказать, море. Собирали все, и всем хватало. Ну, сейчас пройдем. Пойдем вот в эти сосенки и посмотрим. Может, что-нибудь найдем. Вот, друзья мои, первая находочка. Посмотрите-ка. Грибочки с пупырышками. Но мне кажется, это молоденькие дождевики. Интересно. Вот прямо на поляне, доходя до леса, встретил я их. Ну, пойдем. Пойдем в лес. Пойдем. Он нас ждет. Гуляю вот, друзья мои. Ищу грибочки. Ну ничего, никаких. Вот как дождевики встретил, и больше ничего. Так вот, смотрите, как, какое место самое грибное. Самое грибное место для рыжиков. Ну что же, может быть, еще и будут. Придет пора им. Они бывают и в октябре. Такая вот красота, такой денек. Ну что, друзья мои, покажу я вам сюжетик. Раз видео про грибы началось, покажу вам сюжетик, как собирали мы в прошлом году здесь рыжики. Какие они были. Посмотрите. Мои друзья, мои зрители вспомнят. Ну, смотрите. Ну, друзья мои, осмотрелся. Посмотрите, какая стайка. Некоторые маленькие, мы маленькие брать не будем. А вот средненькие возьмем. Красавчики. Это вот хорошо. Обычно они вот с такими растут. То есть у меня по одному попадались. Это вот так вот. Наберем. Берем. Ну, конечно, они все как на подбор. Идеальные. Так и просится в баночку. Я тут оставил. Совсем маленькие. Все средненькие нам возьму. А это вот. Так. Вот смотрите, друзья мои, какими они кучками растут. Вот прям. И вот, а вот здесь в траве. Смотрите, сколько их. И вот рядом. Ты же большой. Ну, красота. Собираем. Приятно их. Вот так собирать, когда их много. Тут рядом и маслята. Но маслята даже мы не рассматриваем сейчас. Еще какие-то грибочки. Красота. Ну, посмотрите, друзья мои. Все идеальные.
Даже большой вот разрезал. Тот хороший. Так вот радует нас природа. Ну как? Понравились грибочки? Думаю, что понравились. Но раз грибочков нету, мы сейчас переедем в другое место и пособираем сосновые почки. Это очень полезные средства. Их собирают осенью, весною. Покажу я вам. Вот сейчас, друзья мои, походим в таком красивом месте и пособираем сосновые почки. Они очень полезные, укрепляют иммунитет, помогают при кашле. Вот особенно курильщикам советую. Те, кто курит, по утрам встает и кашляет, вот нужно пить настой из сосновых почек. Ну вот, друзья мои, пособирал я почки. Полюбуйтесь нашей панорамой. Вот такая вот красота. Вот горы в снегу. Гора Еремель. Снежная шапка. Я сейчас покажу наше село Терлян. И вот наш Терлян. Нахожусь я на родном поле. Вот здесь вот растут сосенки, с которых я почки собирал. Его начали чистить. Раньше на этом поле сажали зерновые. И вот решили его, взяли, видно, в аренду, решили очистить и что-нибудь посадить. Но это неплохо будет. Вот видите, сосенки рубят, складывают бунты и вывозят. И вот с них прям удобно собирать почки. Вот они. Видно, нет? Ну ладно, все вы знаете про почки. Ну что, друзья мои, спасибо, что были со мною. Посмотрели это видео. Начали мы с грибов, которых не нашли. Хотя нашли. Дождевик мы нашли. И вот закончили мы почками. Вот они. Ну, всем пока, друзья мои. Всем мира и добра. Берегите себя и своих близких. Жалко, конечно, сосенки. Ну что же, это поле. Что-нибудь посадят. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.